Кушайте. Да, кушаем мы. Ну, слава богу, значит, все в порядке. Ну, конечно. В полном порядке все. Да, в полном порядке, можешь идти в парк. А я с тобой. О-о, вот это поворот. Ты точно решила в парк со мной идти? Ну, как бы, такая версия осматривается, можно было бы и пойти. Все, лоскутик. Все, хватит. Версия, шмерсия, все. Мявка, привет. Мы в парк идем. Хорошо. В парк идем? Идем, идем, идем. Идем. Идем, киса. Я иду, иду. Вчера вы каблучивались? Да, мы каблучивались. А сегодня кушать. Мявка, привела? Да, привела, мама. Где? А все сюда идут, да? Да потому что ты, на тебя только надежда. Ага, а на блох своих? На какой надежда на блох? Действительно. Идем? Идем. Идем? Идем. Что, Тобик, мозги вчера крутил? Ну, это было вчера. Вчера это было вчера. А сегодня это было сегодня. Ну, какой у тебя классный тренажер. А что такое? Я люблю тренажерчик этот. Ох, классненький. Обалдеть. Да, балдей. Ну что, идемте, кисы. О, еще одна голодная особа. Я очень голодная особа. Да, Марфуша. И с чего вдруг? Ну извини, вчера была дура, сегодня умная. Да? И Мявка тоже сегодня умная? И я сегодня умная. И что? И чем это говорит? Это говорит о том, что я хочу кушать. А вчера я дура была. И тоже погладь меня. На. Ой. Ой, какой эксклюзив. Это вообще... У меня аж мурашки по спине побежали. Ой, мы случайно одумались. Да? Еще раз. Повторим. Не очень я хочу повторять. Давай со мной повтори. Давай. Томас. Томас. Да. Ну сейчас, кисы. Это что-то было. Вообще. Две морды на одну руку с разных сторон. Ну да не это мы случайно задумались. Тебе же надо какие-нибудь эксклюзивы маленькие. Хорошо, хорошо, сейчас. Надо. Сейчас водичку налью. Да, налей. Знаешь что, лучше сначала корм положи, эксклюзивщик. Сейчас. Сейчас. Корм. Корм сначала. Томасу. Побольше. Побольше. И, ну, Марфуша. Мне отдельно. Отдельно. Ты же не хочешь отдельно? А мне? Да, и тебе, Мявка. Тоже отдельно. Отдельно. Ну так давай морду убери. Сразу видно, что сегодня кушать хотите. А вчера что было? А вчера мы мозги парили. Вот молодцы, признаетесь. Так, и кто у нас еще мозгопар? Это я, Тобик. Тобик, ты тоже эксклюзив показал по чуханию растений. Я массажик им делал. Ага. Ой, башку убери. Тихо. Тобик. Тобик. Шмобик. Ешь. Спасибо. На здоровье. Ну, слава богу. Так, Мявка, ты быстрее всех. Давай чуть-чуть добавлю тебе. Ой, добавил 3 крупинки. Ну, ты в полете считаешь? Да, в полете я быстро считаю. Молодец, математичка. Все, ребята, я вам водичку налил. И
Наверное, до завтра. Спасибо вам за короткие сюжеты, зато классные. Да, мы стараемся. Иногда можно так позволить себе. Молодцы. Все втроем. Да, все втроем. И чё? А? Чё-чё? Я уже поела. Поела? А теперь куда? Ну, теперь домой. Ладно. А это кто будет доедать? Мама. Томас, ты будешь доедать это? Ну да. На, поближе тебе. Нормально так? Да. Или забрать чуть-чуть? Давай для мявки заберу чуть-чуть. Ну возьми. Мявка. На еще. Ну все, я пойду. Да, иди, спасибо. Тобик? И куда? Куда? Домой. Томас, я заберу тот корм. Забирай. Ага. Ох, какая ты деловая. Молодцы. Все, чисто. Ну, хоть ты меня оставил. Все, Томас, идем к Марфуше, раз такое дело. Ну, пошли. Ух, Марфуша, по второму кругу, да? Да, я маму позвала. Маму ты позвала. Давай, иди, мама. Ну-ка, кто это? Это моя подружка. Вот от этой подружки я корм и забрал. Вот ты какой хитрый. Да, ворона, хитрый я. Предусмотрительный. Предусмотрительный он. Что? А? Ничего. Я просто поела. Молодец, ты поела. Сейчас водичку посмотрю. Так, ребята, я понял ваши дела. Пошел, я заберу твой корм, мявка. От ворон. И твой, Тобик. Что думаете, самый такой простяк? Вон они. Вон они все уже там. Ух. Валите отсюда, а? Я хочу чуть-чуть поесть. Ага, вали. Давай. Ну, жадный какой-то, а? Наш корм забираешь. Мы что же хотим кушать? Ага. Что ты еще хочешь кушать? Вон валяется дофига всего. А корм — это очень ценный продукт для кошек. Поняла? Я поняла. Вот и лети. Летите, голуби, летите. Ворона. Да, ворона. Что, забрал? Да, забрал. И что, вы с ними договариваетесь? Ага. Кто бы договаривался? Тоже мне. Договорильщица. Ой, мявка. Классно ты смотришься. Вот, дай мне за это кушать. Ага. Вот там Марфуши кушать и будешь. Нет. Зачем ты это делаешь? Затем. Ну дай хоть чуть-чуть поесть. Смотри, ты... Он с вороней будешь объяснять, как она ругается, слышишь? Да, мявка, я не ожидал от тебя. Хитрые кошки такие, а? Я думал, они жрут. Нифига, они воронам оставляют. Вот ты оставишь, брызжет она слюной. Ну, немножечко оставь воронам. Угу. Оставил я немножечко воронам. Теперь посмотрим, как ты оставишь воронам. Он жадный. Да, такой же, как и ты. Что, красавица, не ожидали? Не ожидали. Не ожидали они. Тоже мне. Теперь можно к Марфуше идти. Ну да, теперь можно к Марфуше идти. Там начистила Томас рыло своей доченьке? Да, начистила. А доченька где делась? Не знаю, уехала. Чикаго. А, Чикаго. Провожала ее? Да. Я уже приехала. Приехала? Это Чикаго там, что ли, находится? Ну да, Чикаго. Ага.
Ой, Марфуша. К мангустам, что ли, ходила? Или к мявкиным кисикам? И туда, и другое. Ага. Все. Иди, дочка, я еще тебе дам пару раз билетики. Марфуша, ну это мое старое место. Вот тебе место старое. Что, мама, ты со мной сделала? Опять заморозила? Ну-ка, Марфуша, размораживайся. Ой, разморозилась. На, Томас. Что это такое? Это такая полосочка жизни. Ай, полосочка. Иди, киса. А? Че ты злишься? Все же нормально. Не на маму злюсь. На маму ты злишься. Ой. Ну давай, давай. Ну иди, иди. О, ты чуть дикая стала? Ну, совсем. Ну, тогда мявка будет кушать. Мявка, иди ешь. Иди. Меня мама запрещает. Ничего. О, ребята. Что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Да, что-то здесь не то. Не то, не то. Кушай, кушай, Томас. Ешьте. Как только Марфуш позвал, Томас сразу соскочил. А в чем дело? Я против. Чего против? Против чего? Вон корм остался, вот это Марфуша и будет есть. Хорошо? Да, пусть есть. Или я буду есть. Или ты будешь есть, да? Жадная мама. Я жадная мама, ну и что? А то. Где киса? Марфуша. Что? Что, что? Сидишь там? Да, сижу. В изгнании. Чикагская красавица. Ой, ой, ой. А Томас что здесь делает? Я банку проверяю. Классная баночка у тебя. И корм вкусный. Ты прям как это из банки кушаешь? Да. Ну-ка, покажи. Да, ты как журавль. Ничего, сверху есть корм. Смотрите, вот лежит рядом корм. И тут рядом лежит. А интерес весь в том, чтобы скушать с банки, да? Ну да. Ну тогда смотри, что я сделаю сейчас, Томас. Не надо трогать наш корм. Не будем мы воронам давать. Ой, все. Не будут они. Вот отсюда кушай. Все. Пойду я. Все, бай-бай, девочки, хорошо? Да, до завтра. До завтра, киса. Взгляд какой, а. Все, Тобик. До завтра. Да, до завтра, спасибо. Мявка? Что? Я просто гулять пошла. Угу. Мявка? До завтра? Да, до завтра, спасибо. Покушать бы чуть-чуть. Оставили же мне. Да, оставили тебе. Красавица выходит. Марфуша, тебе отдельный стол нужен? Ну да, немножечко. Я уже кушала, но немножечко мне насыпь. Немножечко, хорошо. А тебя мама будет ругать? Нет, не будет. Не будет? Нет. Хорошо, сейчас. Хватит? Да. Тебе успела поесть, пока мама там гуляет? Хорошо. Слава Богу. А что это было вообще до этого? Ну, я не сказал, чтобы я там в кустах измеряла метраж. А?
Измерила? Да, измерила. 147 лапок и 2 зуба. Угу. Молодец. Молодец. Люди там кисики. Чьи кисики? Мявкины? Или этих мангустов? А, мангустов кисики. Ну да, отгадал. Молодец. Садись. 5. Все. Бай-бай. Бай-бай. До свидания. Томас, на. На твой корм. Кушай. Давай-давай-давай. Кушай-кушай. Будь как у себя дома. И до свидания. До свидания. И вам до свидания. До свидания. До свидания. Томас, в чем дело, а? Я хочу посмотреть, куда ты хочешь. Да ты по морде получишь, а не посмотришь. Иди, иди. Не получу, получишь. Все, бай-бай. Молодец. Молодец.